Добрый день, друзья и зрители канала Азбука Вязания. В этом видео мы будем делать вот такое колье. Оно состоит из элементов, которые сплетены между собой. Как сплести один элемент, вы можете посмотреть в мастер-классе серьги джинс. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. А в этом видео мы будем соединять и расшивать эти элементы. Для колье мы берем наши элементы. Ниточку после провязывания последнего колечка не обрезаем. Берем наши элементы и вот эти вот дуги с колечками мы зацепляем друг за друга вот таким образом. Продеваем колечко с дугой второго элемента вот сюда. Дальше продеваем колечко вот сюда. Следим за тем, чтобы дуги наши не перекручивались. Одно колечко мы вывели. Колечко второго элемента точно так же зацепляем. Вот так за второй элемент. И выводим его вот сюда. Дальше оба колечка соединяем ниточкой, одеваем на ниточку с иголочкой бусинки и одну бисеринку. Дальше делаем на конце узелочек. Ниточку аккуратненько обрезаем и обпаливаем, чтобы закрепить нашу ниточку и чтобы она не вылазила из бисеринки. Таким образом мы закрепили между собой два элемента. Точно так же закрепляем следующие элементы, соединяясь друг с другом. Я соединила между собой несколько элементов. Смотрите по своей шейке, сколько вам нужно элементов соединить. Дальше последнее колечко мы продеваем вот так и выводим вот сюда. За него мы зацепляем колечко с карабинчиком. На второй стороне просто зацепляем колечко с цепочкой. Для удлинения нашего колье. И вот такое колье у меня получилось. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи, до новых встреч!